Десантный корабль переведен в более защищенное место. До взлета туда добраться не успеем. Успеем, если разогнать броню на 300% и лететь напрямик. Сэр, ландшафт здесь коварен, а вы можете взорваться. Да, но у меня прямо какая-то жажда скорости. Вперед, гусь, и включи что-нибудь ритмичное. Вау! Ваша броня долго не протянет. После того, как Джорджи спалил золотые акры, у меня только броня и осталась. Я не готов ее лишиться. Какой-то странный звук у перчаток. Неудивительно. Система шумоподавления только что вышла из строя. Все системы перегружены. Да. Держитесь, сэр. Джарвис, это мой шанс искупить ошибки в день Мстителей. Помочь девчонке, если уж совсем на чистоту, насолить Джорджи. Так держаться я буду до последнего, черт возьми. Осторожно, вы на прицеле. Берегитесь. Понял! Десантный корабль под защитным полем. Пусти всю оставшуюся энергию на зарядку Эми, чтобы я врубил его внутрь. Момент. Ну все. Джарвис! Да, сэр. Я просканировал корабль, и на нем есть запчасти, необходимые для ремонта фабрикатора Химеры. Чудненько. Заглянем к ребятам и домой.